И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игру под названием The Vegas is Freddy's is... Чё здесь происходит? Мы какого-то за аниматроника играем, и какая-то мигалка звенит. И нас бьют по башке, и этот... Мишка уходит. Так, что здесь вообще происходит? Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Я только начал игру, уже меню такое красивое. Я даже еще на старт не успел нажать, а игра уже началась. Скип. Здесь бомба какая-то. Ого, сейчас взорвется. Вау, взорвалось. Какой экшен. Миш, нифига себе. Они его убили. Какой сюжет? Оскара! Оскара! Разработчикам этой игры! Оскар! Оскар! Реально Оскар! Ой, а мы уже эту игру начали, что ли, играть? Я вообще, резко игра началась, я вообще не успел начать игру, уже началась. Уже это... Что здесь надо сделать? Короче, по условиям игры нам нужно собрать 5 вот таких штучек. И нужно не попасть в руки этому полицейскому. Я пока не понимаю, как. Но что здесь происходит, я хрен его знает. Давайте соберем, надо 5 автоматов, чтобы выбраться из этой ловушки. Ну, то есть игры. Так, давайте побежим сюда. Я не понимаю, что здесь надо сделать. Просто бегать и собирать автоматы, и мы еще можем прыгать и управлять своим персонажем. И, кстати, у нас есть полоса жизни, непонятно зачем, ведь у нашего главного героя нету жизни. Это только, может быть, это какой-то хоррор, я не знаю. Я думал, что это какая-то будет GTA-шка такая, на Android такая прикольная. А на самом деле меня игра разочаровала. Так, ну полицейский бежит за мной, и... Вот там, он прям там бегает за нами, видите его? Так, может здесь возле, может в полицейском участке есть какое-то оружие, я его не видел. Так. Давайте обманем вот так вот полицейского. Блин, он меня поймал, смотрите. Так, не понял. Ну, теперь нам нужно все заново делать. А я не понял, а как? Как тогда выиграть в этой игре? Это вообще реально? Это реально вообще? Вот там автомат. Я понимаю, что там автомат. Нет, я туда не пойду. Там уже коп за нами гонится. Я понимаю, что там автомат какой-то, но почему? Почему он меня поймал? Как мне тогда собрать автомат возле полицейского участка, если эта козлина меня ловит? Ну и правила в этой игре странные, короче. Я не знаю, я хочу собрать автомат, и мне полицейский какой-то мешает. Ну, зачем здесь прыжок, я не знаю только, для чего он здесь используется. И почему мы за такого упоротого Мишка Фредди играем, я тоже не знаю. Нет, это какой-то кролик Мишка. Кролик Мишка. Так, давайте автомат соберем. Так, я уже боюсь туда идти. Так, я в шоке. Вы только посмотрите на этого сурового полицейского, который за нами гонится. Он же суровый полицейский. Суровый полицейский. Что я придумал вообще? Ладно. Побежим и посмотрим, какие автоматы здесь есть. То есть не побежим, а просто соберем автоматы и все. Осталось нам еще 3 автомата. Я не знаю, что здесь вообще происходит. 3 автомата нам осталось. Давайте их попробуем найти. Я не знаю, где последний автомат. Я знаю, что вот этот вот здесь автомат. Так, быстрее, пока полицейский за нами гонится, можно собирать автоматик. Автоматик Калашников. Так, ладно. Не будем заикаться насчет автомат Калашников. Да. Может, мы все соберем. Я не знаю. Хотя маловероятно, что мы все заберем. Вот туда я точно уже не пойду.
Хотя можно там как-то путь сделать. Ну ладно, давайте это потом попробуем. Так. Нам еще надо два автомата найти. Может быть, там автомат будет? Так. Вот так вот надо просто перепрыгнуть. Я как понял, так вот перепрыгнуть. Давай, 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 давай. Давай, давай. О, автомат! Вот это мне повезло, смотрите. Автомат. И нам остался еще последний автомат. А последний автомат, и мы выиграем в этой прекраснейшей, в кавычках, игре. Давайте попробуем выиграть. Потому что я не знаю, можно ли это сделать в этой игре, или нельзя. Я, наверное, буду с попытки 50-й уже делать все это. Ладно. Так, 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 так. Главное, чтобы меня этот полицейский не заметил, и все со мной было нормально. Давай, ну... Да почему я не могу ускорение включить этому мишке Фредди? Кролику, точнее. Ну, какая разница, без разницы, кролик там или он... Зайчик, так. Все, 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 мы на свободе! Так, у нас какая-то еще одна предыстория. Мишка Фредди в маске лисы ходит куда-то. Садится в свою развалюху и куда-то едет. И дальше за ними какие-то пацаны, за ним какие-то пацаны гонят. Потом они его останавливают и все. О! Это кто? Это кто? Чё за мы чувака играем, алло? А где Мишка Фредди? И вообще, за нами кто-то гонится, и что нам нужно здесь делать? Что дальше делать? Походу, мы прошли игру, и нам дали мини-игру такую. Прекрасно. Да. Не ожидал, что мы пройдем игру, и у нас будет тут такая вот концовка. Концовка от Бога. А, кстати, я еще сегодня сниму видео Rainbow Dolls Unbox 3 уже будет. Потому вы под прошлым видео собрали 2 лайка, 5 лайков. И я сниму продолжение, как я и обещал. Только это будет в следующем ролике. Давайте попробуем сесть в машину, что ли? Так, машина. Так. Почему у нас голова пролезает из машины? Что это вообще такое? И вообще, при чем здесь Мишка Фредди? То есть кролик Фредди белый. Не знаю, почему он... Я сбил человека. А где кровь? Кровь где? Хотя мне не нужно авторство. То есть, чтобы меня забанили за это видео. Ладно. Давайте посмотрим, что здесь есть. Потому что я не знаю, что здесь за фигня происходит. Эх, ладно. Давайте выйдем. У нас есть мотоцикл. У нас есть мотоцикл где-то, да? По-моему, у нас где-то есть мотоцикл. Ну, может, я ошибаюсь, но у нас где-то, возможно, есть мотоцикл. Ладно, друзья, я, как понял, в этой игре уже нечего делать. Потому что бессмысленная игруха какая-то, ну, зато вы знаете, что такие игры не надо качать. Я, это все на Android, прикиньте. На iOS такого нет, ну и слава богу. Ну, только пару игр там есть, ладно. Уже на этом хотя бы. Спасибо. И давайте на этом заканчивать. Следующий ролик выйдет примерно, не знаю когда. Ну, разберемся, короче. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.